сосредоточиться. Никогда еще не встречал столь наглых пернатых. Что это? Всему персоналу, говорит доктор Магнусов, поскольку сотрудники второго отсека шахты не в состоянии решить проблему с воронами собственными силами, мы поручили эту задачу небезызвестному доктору Фримену. Надеемся, он найдет решение. Тем временем я жду от персонала шахты объяснений по поводу того, почему они не могли сделать это услугу за внимание. Пропустить тебя во второй отсек. Во второй отсек можно попасть отсюда. Разум Магнусона открыт природным силам. Можно возиться. Шум не дает мне сосредоточиться. Никогда еще не встречал столь наглых пернатых. Что это? Смотри-ка, вот сюда. Тебя призвал Магнусом, да? Это они. Они. Внимание, внимание! Говорит доктор Магнусов. Прорваны внутренние линии обороны базы. Мы пытаемся локализовать точку прорыва.
Капитан, повторяю. Прорыв во втором отсеке шахты. Тебе доверено изолировать отсек.
Если ты меня слышишь, бога ради, изолируй отсек! Шахту. Двери бункера были заблокированы. Воистину, это печальная правда. А я понял, что с тобой все в порядке. На, вот, подлечись. Папа? Да, Алекс. Все хорошо? Гордон не пострадал? Все в порядке, папа. Благодаря Гордону база в безопасности. Чудно, чудно. Мы готовы смотреть передачу «Джудит». Мы сейчас подойдем. Пускай Фримен следует за нами. Ступай за мной, Фримен. Да, вперед. Ступай за мной, Фримен. Свенс примет на себя роль сопровождающей Фримена, я вернусь к своим почетным обязанностям.
связан. Конечно. Спасибо за помощь. Доктор Кляйнер сказал, что Джудит улетела на север сразу же, как они прибыли сюда. Но он не сказал, зачем. На данном этапе сложно оценить размер разрушений и сказать, осталось ли там что-нибудь, что могло бы навести Альянс на наш след. Я смогу высказать первые предположения уже через несколько часов. Если объект там, где мы думаем, понадобится не более... Прерываю трансляцию, кажется, нас засекли. Нельзя было ее отпускать. Ты не смог ее удержать. Погоди. Тут есть что-то еще. Это же Борей. Боже правый. Невероятно. Что? Борей? Он действительно существует? Да, да. Несмотря на свой мифический статус, это реальный корабль. Наши коллеги из лаборатории исследования природы порталов открыли довольно многообещающий проект. Но они так спешили обойти черную мезу и получить грант, что пренебрегли стандартными мерами безопасности. Мы слышали, что корабль просто исчез. Испарился со всей командой. Все думали, Борей сгинул навеки. Лучше бы он сгинул. Да, но теперь мы сможем использовать его против комбайнов. Использовать? Да его надо уничтожить. Но подумай о том... Какой это козырь для человечества? Таким мощным оружием нельзя размахиваться. Черная меза так ничему тебя и не научила? Такую мощь невозможно контролировать. Илай, риск, конечно, есть, но... У нас в руках координаты, чертежи, радиочастоты. Со стороны доктора Мосман было очень умно зашифровать их в этом сообщении. Значит, она все еще жива. Но если ее схватит комбайн... Они вытянут из нее все, что ей известно, полностью разрушив мозг. Но вовсе не обязательно, что... Я не стану полагаться на случай. Я лечу за ней. Папа! Илай, если и может быть что-то хуже, чем пленение Джудит, это твое пленение. Пускай она что-то знает о Борее, но в твоей голове все планы сопротивления. Папа, доктор Кляйнер прав. Мы с Гордоном отлично справимся. Мы вернем ее. Кляйнер, почему данные еще не расшифрованы? О, нет, данные. Магнусон, я тружусь в поте лица. Осталось если совсем немного. Если ты ждешь разрешения от комбайна, скоро они лично прибудут, чтобы тебе я его передать. Я постараюсь как можно скорее. Вернусь, как только все будет готово. Папа, что с тобой? Хватит. Я не позволю, чтобы это повторилось. Только не новая черная меза. Папа, будь готов к непредвиденным последствиям. Что ты сказала? Папа, ничего, все хорошо. Обопрись на меня. Ты едва стоишь. Спасибо, милая. Через минуту-другую. Мне станет легче. Хорошо. Тебе что-нибудь принести? Да, если не трудно. Чашку чая. В зале для персонала есть чайник. Вскипяти, если он... Я мигом. Гордон, присмотришь за ним? Я никуда не денусь, милая. Спасибо, малышка. Непредвиденные последствия. Последний раз я слышал эти слова в черной меди. Ты вошел в испытательную лабораторию, и вдруг он прошептал их мне на ухо. Ты знаешь, о ком я говорю. О нашем общем друге. Когда он принес кристалл, я понял, что испытание надо остановить, но не остановил. В тот день мир рухнул в тартарары. А теперь он использует мою девочку. Говорит ее устами. Хоть он
проклят. Мне следовало знать, что он спас ее из каких-то чертовых личных соображений. Гордон, мне столько надо тебе рассказать. Между нами, наконец-то, у нас есть возможность. Держи. Все в порядке? Конечно, милая. Наши планы меняются. Мы не сумеем произвести запуск, пока эти страйдеры... О, простите, что прерываю ваше чаепитие. Если желаете, я подожду, пока вы закончите. Все в порядке. Фримен, кажется, я нашел тебе идеальное применение. Идем. Скорее. Поговорим потом. Я вас догоню. Здесь будут страйдеры. Любой из них способен уничтожить нашу ракету. Нет смысла запускать ее, пока есть угроза. Ты доказал, что умеешь преодолевать трудности, и персонал тебя уважает. Я передаю судьбу Белой Рощи и мое новое гениальное оружие в твои руки. Мы называем его попросту устройство, не то чтобы я тешил этим свое тщеславие, а просто это название удивительно прочно. Эй, поживее! Прогреть портал! Ясно, работаю. Итак, это что-то вроде бомбы-липучки, только немного сложнее. Все, что тебе надо сделать, прикрепить ее к корпусу страйдера, а затем взорвать. Я не успел изобрести механизм, способный подбросить ее на такую высоту, но... Твой манипулятор энергетического поля нулевого уровня справится. Идем за мной. Успеешь потренироваться, пока еще есть время. Без паники, Фримен. Этот страйдер уже никому не причинит вреда. В боевых условиях мы будем передавать тебе устройство Магнуссена через подобные мини-порталы. Эти устройства отключены ради безопасности базы. В отличие от боевых, они не могут взорваться. Смелее, бери бомбу. Вот так. Теперь целься в корпус страйдера. Хорошо. Теперь достань любое оружие и выстрели в бомбу. Вот и все. С близкого расстояния все выглядит элементарно. Учти, что боевая цель при этом будет двигаться и... А теперь несколько усложним задачу. Урия, передвинь мишень на дальний конец рельсов. Хорошо. Попробуй теперь. Не так уж и просто, а? Как видишь, устройство довольно хрупкое. При промахе оно мгновенно дезинтегрируется. Великолепное изобретение, не правда ли? Когда решишь, что набил руку, вернись. Обрел уверенность. Твоя машина заправлена и готова ехать. В каждой постройке долины есть такой мини-портал, так что бомб у тебя будет предостаточно.
Мне пора вернуться к ракете. Надеюсь, ты не разобьешь мои иллюзии и моих магнуссенчиков. И еще, Фримен, если ты справишься как надо, я прощу тебе то фиаско в черной мезе. Думаю, ты понял, о чем я. О некой истории с кастрюлькой для микроволновки. Доктор Фримен, я позволил себе немного усовершенствовать вот здесь. Здесь я соорудил полочку для устройств Магнуссона. Еще подкрутил радар так, чтобы он показывал комбайнов красными точками. А если вы заблудитесь, он будет посылать сигнал на ваш костюм, чтобы вам было легко отыскать машину. Можете меня не благодарить. Взгляните на карту. Мы сейчас здесь, на южном краю долины. Остальные ребята тут, у старой лесопилки, к северу отсюда. Найдите их, и они посвятят вас в план ведения боя. Я останусь здесь, чтобы наблюдать за сражением и докладывать об изменениях обстановки. Удачи! Лесопилка там, в дальнем конце долины. Периметр чист. Никаких следов вторжения. Будьте начеку. Лесопилка в той стороне. Тебя уже ждут. Прислали мне в помощь Фримена? Отлично. Мы насчитали с десяток страйдеров к северу отсюда. Наша задача — не дать им пробиться к южной базе. Если они подойдут к шахте на расстоянии выстрела... Запуск, считайте, сорван. Будто этого мало. Разведка донесла, что их сопровождают охотники. Смотрите, чего я от вас... Тревога! Прорван северный периметр. На нас движется страйдер со стороны кранов. О, нет! Боже мой! Занять оборону!
Давайте! Фу, вот и все. Все готовы? Надо остановить их. Запомни, мы отвлекаем, и мы не стреляем. Ах, не нравится мне все это. Страйдер у лесопилки. Сосредоточьтесь! В укрытии начинаем огонь! Они не хотят сдаваться! Со всего континента. Все это. Эй, сосредоточьтесь! В укрытии начинаем работать! Кримен сделает всю работу! Охотник в силу пушку! Огонь по охотнику! Yeah.
Отдайте! Фу, вот и все. Все готовы? Надо остановить их. Напомню, мы отвлекаем, Фриман стреляет. Ах, не нравится мне все это. Эй, сосредоточьтесь! В укрытии начинаем огонь! Фриман сделает всю тяжелую работу. Медпомощь. Фу, вот и все. Все готовы? Надо остановить их.
Страйдер у лесопилки! Надеюсь, ракета взлетит. А вот и они! Они что, свезли сюда страйдеров со всего континента? Здорово, Фримен! Страйдер у лесопилки! Осталось надеяться.
надеяться только на чудо. Здорово, Фримен! Страйдер у лесопилки! Страйдер у лесопилки! Здорово, Фримен! Страйдер у лесопилки! Здорово, Фримен! Страйдер у лесопилки! Здорово, Фримен! Страйдер у лесопилки! Похоже, их охраняют охотники. Они держатся единой группой. Страйдер угода на борт башни. Положение критическое. Пациент при смерти. Башни. Башни. Ты
башни! Внимание! Состояние критическое! Башни!